Севастопольский совет женщин-фронтовичек существует с 2005 года. 324 человека, из которых 240 вдовы погибших, почти 8 лет состоят в организации и рады активной работе. Но в последние месяцы она была прервана. Причина – уход из жизни бессменного руководителя совета Юлианы Бочкаревой, которая не стала 10 мая прошлого года. Сегодня же боевое крещение проходила новый председатель Галина Негода. Они с удовольствием ходят к нам на Балаклавскую 8 во вторник, приходят, помогают, ведут общественную работу. Мы прошли перерегистрацию, сейчас мы занимаемся, тоже очень большая работа идет, реестр нам дал Дом Москвы, чтобы эти женщины получили московские деньги. Боевым подругам, принимающим самое активное участие в организации, были вручены награды и цветы за большой вклад в развитие ветеранского движения, после чего начался праздничный концерт. Женщины-связистки, снайперы, партизанки – все они собрались в одном зале, чтобы принять поздравления от мужского пола. Дорогие севастопольцы, уважаемые женщины нашего города Севастополя, сегодня в преддверии праздника 8 марта решите вас поздравить с таким юбилейным днем, как 8 марта. Сегодня их поздравлять будет и администрация, и городской совет, и мы, ветераны. С обретением нового председателя совет женщин-фронтовичек теперь в полном объеме возобновит свою активную работу. Евгения Гримайло, Виктор Кислицын, программа «Наше время».